Меня зовут Таня, я местная. Я принадлежу церкви Transformation Center с сегодняшнего дня. Я была в виртуальной церкви 2 с лишним года, а сегодня наступил тот час. Кто спрашивает, встаньте. I'm sure, 100%. Это не первый encounter, это 4-й. Но меня так Бог повел, я не собиралась ехать. Я побыла здесь на одной конференции, и мне Бог вложил encounter. Надо поехать на этот encounter. Я бы поехала уже в январе, но нам не дают vacation в январе. Я отложила до апреля, я считала каждый день. Я говорю, Господь, что ты хочешь? Я не могла спать нормально, я не могла ни о чем думать, в моем духе сидел encounter. Пока я не взяла vacation на эти дни, пока я не зарегистрировалась, тогда это напряжение спало с меня. Вот так я оказалась. Бог сделал огромную работу. Во-первых, я получила освобождение, на меня колдовали. Бог освободил от этого колдовства. В дух он мой вложил, знаете, не просто бомбу, атомную бомбу. Я получила почему-то 2 имени, я думаю, это double portion. Одно – воин Иисуса Христа, второе – невеста высокого ранга. И сегодня, когда я ехала, меня муж с миром отпустил в мою новую церковь. И сегодня, когда я ехала, я разговаривала с папой. Я говорю, папа, мой дух здесь, но моей плоти так страшно в новое место. Мне так страшно. Сделай так, чтобы я чувствовала себя как дома. Он мне говорит, то, что ты идешь в эту церковь, это ты выходишь из лодки, идешь по воде ко мне. Я пришла к Иисусу.